знакомим вас с белоснежной обувью. Ой, сразу мамочки, с эксперимента. Ты делаешь, Света, какой кошмар. Я хочу тебе сказать, что именно так же, дорогие наши модницы, думают, что белая обувь, она непрактична. Мы сегодня опровергаем все стереотипы, дорогие мои. Нет, ничего не страшно для наших белоснежных вот сапожек. Это встречайте, да. Это новинка Амьен. Цена распродажи 2399 рублей. Мы представляем размеры от 36 до 41 и два цвета. Черный и, о ужас, белый, который ты только что испачкала. И он совершенно никаких как новый. Никаких пятен, дорогие мои. Я хочу сказать, что мы сегодня можем позволить себе самую белоснежную обувь для Снегурочки. Кстати, дорогие друзья, давайте посмотрим сейчас на то, что наша обувь еще и мягкая. В данном случае производитель остановил свой выбор на качественной эко-коже. Именно поэтому она не впитывает влагу, она просто отгоняет ее от себя. И я хочу сказать, что для таких сапожек не страшна никакая грязь. Боже мой, тут даже пайетки красота. Есть. Мне так и хочется нырнуть с них и представить себя Снегурочкой. Я хочу сказать, дорогие мои, Анечка, ведь сегодня наступающий год огненной обезьяны сулит нам удачу, если мы будем выбирать правильные вещи. Здесь даже в сапогах продуман дизайн. Блеск, вот что манит нашу удачу в год огненной обезьяны. Но я хочу сказать, что в этих сапогах есть масса плюсов. Например, вот моей маме очень сложно подобрать сапоги, потому что в зоне голени они редко не сходятся. А я сейчас хочу обрадовать наших модниц. Посмотрите на эту эластичную вставку, которая будет подстраиваться под вашу ножку. И обратите внимание, мы предлагаем вам не только белый нарядный цвет вместе с пайетками, но и классический черный. Для тех, кто предпочитает минимализм, любит простые решения. Это полусапожки Амьен. Представлены вам по цене распродажи 2399 рублей. Почему же, Света, наши телезрительницы выбирают эту модель? Сейчас зима, и нам важен не только внешний вид, но и тепло. Я согласна с тобой. Во-первых, это практичная обувь. Черный и белый цвет. Обратите внимание, дорогие друзья, как совершенно два разных полюса. Я рекомендую вам сегодня в день распродажи не останавливаться на одном из этих цветов, а выбрать сразу два. Давайте посмотрим на готовый ансамбль. Арина сегодня выбирает с нашими полусапожками Амьен стильное пальто Розалия. И это доказывает то, что это классические, элегантные сапожки для стильной модницы. Кстати, у Арины плотная голень, широкая нога, и ей очень сложно подобрать для себя правильную обувь. Ариша как-то делилась своими впечатлениями, она говорила: я прихожу в магазин и из 10 пар выбираю только одну, которая садится на мою ножку. Если вы, так же как наша модель Арины, ранее испытывали трудности с тем, чтобы подобрать для себя сапожки идеальные под особенности вашей ноги, то вы нашли такую модель. И прямо сейчас у вас есть возможность приобрести их по цене распродажи. Уникальная возможность воспользоваться такой выгодной ценой и таким актуальным предложением. Анечка, ты меня спросила, для какого сезона рассчитаны эти полусапожки, да, и что же внутри? Отвечаю на твой вопрос. Дорогие наши модницы, Аня, обрати внимание, что внутри наши сапоги утеплены. Ты посмотри, какой толстый мех. Мягкий, напоминает шубку мутоновую. Я хочу сказать, что сегодня многие производители выбирают именно этот искусственный мех. Давай посмотрим сейчас на нашу Любу. Она выбирает сегодня белоснежные сапожки, костюм Магда, комплект от него юбка, дальше водолазка кружево и стильный жакет Клауди. Обратите внимание, это опять же полный образ, подобранный для вас нашим стилистом Светланой Воронцовым. Он вам нравится? Тогда выбирайте его и приобретайте все вместе. Таким образом вы получаете бесплатную доставку и возможность получить море комплиментов от ваших знакомых и друзей. Пусть они думают, что вы приобрели личного стилиста. Я также обратила внимание на то, что здесь танкетка, а не каблук. Это очень удобно. Я хочу сказать, дорогие друзья, мы попросим нашего ассистента Артема унести наш таз. Грязь нам уже не нужна. Мы проверили и провели эксперимент, дорогие друзья. Давайте посмотрим на такие детали, как каблук. Кстати, я хочу сказать, что многие модницы в холодное время года, когда скользкая поверхность, Анечка, выбирает именно устойчивые каблуки, либо танкетки. Посмотри, в чем преимущество нашей танкетки. Внутри есть каучук. Его добавляют для такой подошвы, которая не скользит. Я хочу показать вам, дорогие друзья, что у нас еще внутри рифленая подошва. И это еще одна надежная защита от скользкой поверхности.